Я сказал, заболел.
Слушай, а что это тебе такое мутное стало, а? А? Ну ладно, снимай, снимай потом. Я писать грамоты. Витя, ты протокол, как только будет новый, сразу отправляй кому-нибудь ко мне, хорошо? Молодец, Юрий Сергеевич, молодец. Позавидуют пусть молодые. Минут 13:46.
12:08. Давай, давай, терпи. Ножки в коленочках сгибай. Завалися. Оп, 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 оп. Оп. Еще. 13 минут. Ой-ой-ой, еще, вставай, вставай, не на финише. 12 минут. 40 секунд, 30 секунд. Ритм, вставай. 40 секунд. Вставай, говорю. Вставай. Вставай, 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 вставай. Все, поехала, поехала, поехала. Машина. 15 минут. 42 идет. 15:08. Минут 3, наверное, 4 потерял. А кто еще знает? Я внутри 4 минуты. А буранчи, у кого-то заказывают, что ли, буранчи? Нет, здесь еще буранчи. А что, наверное, где-то? А что, Тумашова сказала, кого-то в аренду где-то там, ну, нанимают. Буран не указывает. Ну, вот из-за этой трассы, здесь из-за этой трассы все падают. Ну, как-то стартуют, вообще не слышно даже. Пожалуйста, дипломчик вручается Исмалиной Алисе, самой Жемакиной Алисе, самой юной участнице соревнований «Лыжня России». Браво! Дипломчик вручается Есиповой Ольге, самой юной участнице «Лыжня России». Воронцову Артему, самому юному участнику России. Диплом вручается Шемелеву Александру за третье место в районных лыжных гонках. Александр, да выключите мой. Шемелина Александре. Простакишиной Надежде за второе место. Шостка Анжели за первое место. Соревнования «Лыжня России». Уварову Роману за третье место. Курылёву Максиму за второе место. Добродову Стасу за первое место. Дмитрюкову Владимиру Владимировичу за первое место в районных лыжных гонках. Осину Юрию Сергеевичу за второе место в районных гонках. Блин.
Калоша Андрей Васильевич за третье место. Мощнее золото! Музыкин Виктор за первое место. Вручается сюда никого. Дмитрию за второе место. Награждается грамотой Пьянкова Альбина за третье место в районной лыжной гонке. Кузикова Ольга за второе место в районной лыжной гонке. Климова Марина награждает, вручается диплом Климовой Марине за первое место в лыжах. Чухлунина Алена за третье место. Курулова Влада за второе место. Воронцова Алина за первое место в лыжной гонке. Алина! Каргополов Максим Алина. За третье место в районной лыжной гонке. Воронцов Артем за второе место в лыжной гонке. Воронцов Артем есть? Ветров Данил, диплом вручается Ветрову Данилу за первое место. Я вас фотографирую, команда. Награждается Афрамович Николай за третье место в гонке лыжня России. За Хромовича давайте я возьму. Я люблю получать. Загадает Роман за второе место в гонке «Лыжня Россия». И как всегда, по традиции, Жмакин Данил за первое место в районной лыжной гонке среди старшей группы. Поддержим аплодисменты! Первое место держит команда. Так, ребята, теперь подойдите, каждый возьмите значок на память о нашем мире. Каждый возьмите значок. Представители, представители,